Быть примером своему ребенку. Единый день безопасности дорожного движения проходит в Бобруйске. В преддверии начала учебного года сотрудники ГАИ напоминают родителям и детям правила поведения на дороге и прилегающей территории. Также инспекторы проводят рейды, обращают внимание на соблюдение скоростного режима, норм перевозки несовершеннолетних, мер безопасности при катании на роликах, скейтбордах и велосипедах. По статистике, именно на конец лета и начало сентября приходится рост случаев детского дорожного травматизма.